Sharp VZ3000 после тотального глобального ремонта, заменой всех пасеков, ремонтом, настройкой, ремонтом крышки, ее положение, сушим пластиночку. Кнопочка переключает стороны пластинок и подрубается второй тонарм для проигрывания стороны Б. В реверсе играет пластинка, соответственно. Все механически происходит.
точка forward передвигает тонар вперед, и можем слушать вперед или назад. Следующая композиция. Остановка или запуск, и самая волшебная кнопка у этого аппарата. Приходится тщательно подбирать пасек и покупать изначально такой, который позволял бы челюсти закрываться с достоинством, а не как в последний раз. Носится.
отлично работает. Вот такой замечательный комбайн с множеством функций. Шумоподавлением, выбором типа ленты, записью хорошей и очень мощным усилителем. Ну, сейчас проверяем через внешний усилитель и внешние колонки.